классный европейский люксовый седан, но из Японии на правом руле. Коробка отвратительно неудобная, очень долго она реагирует. Это такой момент по удешевлению. Многих будет бесить. Если нужно перевести пианино, блин, вызовите себе грузовое такси. Пока ваше сердечко еще не занял какой-нибудь Шеншитонг или Гобалоу, я покажу вам классную коллаборацию. Если бы у нас были обзоры со сценарием, то я бы стоял с такой огромной рыжей бородой, в костюме Карабаса-Барабаса, орал: «Артемон, щенок, где ты?» Но у нас скудство по креативу, поэтому сегодня, пока ваше сердечко еще не занял какой-нибудь Шеншитонг или Гобалоу, я покажу вам классную коллаборацию. Не то чтобы коллаборацию, а покажу вам просто классный европейский люксовый седан, но из Японии на правом руле. Итак, встречайте, Volkswagen Андреич Артемон. Но я уверен, что в России прозвище Артемон к нему приживется. Благодаря шикарной детской книжке. Я, кстати, по ней учился читать. Научился. Так и не научился, да. Итак, сегодня у нас самый люксовый, самый модный седан вообще во всей линейке Volkswagen. До этого, в прошлом поколении, он был Passat CC. То есть это его, грубо говоря, реинкарнация. Тачка улучшена, увеличена, сделаны небольшие акценты по дизайну. В общем, сегодня мы разберемся с этим автомобилем, посмотрим все его плюсы и минусы, поговорим вообще о классе вот таких полноразмерных бизнес-класс седанов и вспомним его конкурентов. Давайте начинать. Начнем, как всегда, с внешки. По-моему, тачка выглядит просто офигительно красиво. При том, что я далеко не фанат Volkswagen и всего европейского. Вот Сереге не нравится, например, он меня заколебал уже. Но выглядит он офигительно красиво. Посмотрите на вот эту морду, которая выполнена вот этой интегрированными в решетку фарами. Решетка, сочетание черных линий с хромом, который здесь абсолютно уместен. Внешне тачка это похорошевший Passat, по факту. Passat CC, то он увеличенный в размерах, он стал шире, он стал более агрессивным. У него появились вот эти вот мускулистые линии, да, несколько ребер жесткости на капот. Капот, кстати говоря, у нас заканчивается вот здесь вот на арке. По мне так прикольное решение. Не знаю, функционал его есть какой-нибудь в этом или нет. Вот эта расширяющаяся к задней части линия кузова, да, у нее получается мускулистые вот такие вот бедра. Они подчеркивают ее спортивные нотки, как я всегда говорю. Хоть это и бизнес-класс автомобиль, да, люксовый седан, хотя по факту это лифтбэк, но вот эта спортивная агрессия, она присутствует здесь. У нас сегодня исполнение Airline, это, ну, считается спортивная версия, да. Она отличается только вот этими хромированными вставками, небольшим сплиттером впереди и двумя спойлерами, вот таким вот маленьким плавничком на багажнике и на верхней части, да, на окончании крыши, хотя по факту это тоже все пятая дверь. Volkswagen, который, по моему мнению, выпускал, ну, не самые красивые автомобили, вот в этом конкретно кузове, мне кажется, добился максимального успеха. Вот эти вот узкие стопори, заходящие на линию багажника, здесь нету множества светодиодов, здесь у нас две полоски световых. То есть все современно, было бы классно, конечно, ночью показать, как это светится. Есть еще один нюанс, что эта машина очень похожа на Audi A5, которая идет Sportback. Если посмотреть на нее в профиль или посмотреть на заднюю часть, сходство очевидно. По факту это все один и тот же, да, Volkswagen Auto Group. Точно так же, как и Touareg свежий, похож на новую Audi Q5. Вот. Ну, я думаю, это понятная закономерность. Багажник 563 литра, когда сидушки у нас разложены, да, сзади сидят 3 человека. Выглядит это как пикап, то есть по факту здесь места на 3 человек хватит. Если поднять фальшпанель, то получаете еще примерно столько же места. Там у нас тазик для запаски. Запаски, естественно, нет, потому что тачка пришла из Японии, но положить ее туда можно. А если спинки сидений разложить, то объем места под багаж увеличивается до 1567 литров. И это, ну, это реально очень круто. Если нужно перевести пианино, блин, вызовите себе грузовое такси. Пианино пихать в эту машину не надо ни в коем случае, но, тем не менее, возможно.
DJH называется мотор, который установлен в этом автомобиле. Это двухлитровый бензиновый двигатель с турбиной. 280 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента достигается. Тачка выпускается на полном приводе. И в качестве трансмиссии легендарная ваговская коробка DSG. Прошлый раз, когда мы снимали Volkswagen, это был Golf-вариант, универсал. Я его на самом деле очень похвалил, к удивлению тогда для себя, но отметил, что коробка отвратительно неудобная. Очень долго она реагирует, очень, ну, есть какие-то моменты. Хотя я всегда говорю, да, что робот – это дело привычки, как и многие другие некоторые нюансы. Вот. Глубоко в техничку залазить здесь не буду, потому что не особо в них соображаю. Но по отзывам, которые мне удалось найти в интернете, каких-то проблем, да, типичных болячек у этих двигателей нет. Да и вообще, в принципе, по надежности к Volkswagen вопросов никогда не было. Так, находясь в салоне, первое, что мне хочется делать, это открыть все окна и люк, потому что очень жарко. Кстати говоря, относительно, да, японских автомобилей, здесь шторка никак не связана с самим стеклом люка. Люк здесь достаточно большой, на два передних сиденья целиком хватает. На самом деле кайфовая штука. Многие считают, что бесполезная, но по факту очень круто. Те, кто имел дело с Вагом, могут сказать, что салон точно такой же, как у Volkswagen Passat. Вот. По факту это действительно во многом так, но лично мне это все равно очень сильно нравится. Вот это вот сохранение строгого стиля в спортивной комплектации, да, у нас комплектация Airline, напомню, это спортивная версия, отличается она вот такими вот полугоночными ковшами. Очень, кстати говоря, классно выполнены, что на ощупь, что внешне смотрятся они, что по функционалу действительно свою работу полностью выполняют. Отличная боковая поддержка, есть масса регулировок и так далее. Сидеть очень удобно, в поворотах на пассажирское сиденье выпадать не будешь. Все остальные материалы по салону, да, вот пластик, который выглядит, да, как пластик, на приборной панели, вот здесь вот на щитках, по факту это поролон, да, как его назвать? Короче, он мягкий. Это значит, что не будет никакого грохота ни при каких замерзаниях, там, отрицательных температурах и так далее. В сочетании с вот этим черным глянцем и вот такие вот затертые хромированные полоски, по-моему, это прям очень четко. Сереге, опять же, не нравится. Хочу обратить внимание на вот этот прицел, который выезжает при запуске автомобиля. Да, это поляризованное стекло, на котором проецируется у нас спидометр и вся информация о дорожной обстановке. Вижу в ваших глазах, почему бы не сделать проекцию сразу на лобовое стекло, как это делают все остальные. Объясняю, это такой момент по удешевлению. Потому что, чтобы проекция проецировалась, стекло должно быть поляризованное. Поэтому все, кто делает проекцию на лобовое, в ухо ставят дорогие стекла лобовые. А в условиях нашей реалии, когда у нас скол на лобовухе получить проще простого, то поменять простое стекло стоит в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем поменять поляризационное. Поэтому вся проекция у нас выполнена вот на таком дисплее. Его можно нажатием кнопочки убрать спокойненько, да, или отрегулировать по вашей высоте. На самом деле в движении оно будет всегда заметно, то есть оно немножко по цвету отличается от лобовухи, поэтому многих будет бесить. Возможно, дело привычки, и я стараюсь убирать. Вот. Хочется сразу отметить работу этого лейн-ассиста, потому что я пока ехал сюда на место, я прям боролся с ней. Она не то что определяет полосу, даже полустертую полосу, которую японцы уже не видят, она еще и борется со мной, то есть удерживает машину в этой полосе. Если вы планируете перестраиваться без поворотников, друзья, то обязательно надо зайти в меню и эту систему отключить. Вот. По всему остальному интерфейсу у нас здесь огромный планшет, да, все управление на нем сенсорное, слава богу, дублируется на руле, потому что там, например, сделать громкость или переключить какой-то режим интуитивно, не отворачиваясь от дорожной ситуации, будет сложно. Поэтому на руле все дублируется. Стандартный переключатель у нас селектора коробки передач. Коробка роботизированная, DSG, 7-ступенчатая. Затестим ее в действии. Здесь у нас два режима, да, либо автоматические, либо можно сдвинуть влево, да, чтобы переключать вперед-назад передачки, 7 штучек их, либо можно все это дело выполнять лепестками. Сзади сидеть достаточно комфортно. Сидушки можно
отрегулировать. Насколько я знаю, по высоте. Да, еще немножко откинуть назад. Нет, назад нельзя, можно только вперед. Достаточно удобный подлокотник. Здесь есть у нас крышка, чтобы пробраться в багажник, да, что-нибудь закинуть. Хотя, в принципе, можно эту шторку убрать и перекидывать через сидушку. Вот, коленки не упираются до потолка. У меня место еще остается. Комар залетел сюда уже. Вот, два кармашка тоненьких, которые, скорее всего, будут оттопыриваться, если будете туда запихивать всякую фигню негабаритную. Два воздуховода для пассажиров, подогрев с двух сторон, получается, перед-зад. И, в принципе, все. Достаточно себе комфортно можно проводить время в поездке в таком автомобиле, даже на заднем сидении. Обратите внимание на то, что все четыре двери у нас безрамочные. Это выглядит максимально стильно. Естественно, стекла у нас приопускаются, да, при открытии дверей. Но при всем при этом в шумоизоляции машина ни капли не потеряла. Класс, класс. На Артоне установлены 20-е диски 245-35-20. Выглядит очень классно, но, естественно, в российских реалиях нужно быть осторожным, чтобы не закоцать литье и не продырявить покрышку. Вот. И слабым местом у автомобиля, естественно, является клиренс. Всего 110 мм, и это ощущается. При том, что ощущается не то, что шкрябанием, да, у различных препятствий, но вот именно вот это вот ощущение, что вот-вот-вот шкрябнешь, хотя там еще запасу хватает, но тачка чувствуется низкой. Хотя на дороге это даже круто. Динамика, друзья, это что-то с чем-то. Вот все 350 ньютон-метров здесь ощущается. Раньше я всегда говорил, что ощущается 280 лошадиных сил, но по факту ощущается крутящий момент. Пока поговорим о подвеске, пока мы едем до ровной дороги. Она здесь адаптивная, можно изменять режимы жесткости. Никакой пневмы, конечно, вы здесь не получите, потому что нафига она вам здесь нужна. Так что вот эти 110 мм клиренса вы будете ощущать сердцем всю дорогу. Помимо того, у вас еще и постоянно будет пищать ассист, да, парктроник со всех сторон, который видит вот эти вот препятствия, неровности в дороге и говорит: ты врежешься, там препятствия, а ты знаешь, это всего лишь какой-то бугор, который нужно аккуратненько переехать. Отмечу работу коробки DSG. В прошлом обзоре на Volkswagen, когда это был Golf вариант был, и была у нас еще Audi RS, вообще там старая 11 года, вот, я отметил, что все бы неплохо, но эта DSG очень сильно бесит. Здесь она работает значительно шустрее, да, то есть это новое поколение робота, но резкого старта от этого автомобиля вы все равно не добьетесь. Почему? Потому что, друзья, это робот, как-никак. Помимо того, что здесь различные активируются сразу системы антипробуксовочные, там стрессоустойчивые, курсоустойчивые, да, так еще и сам робот раз, два, три секунды ждет, потом начинает газовать. Вы можете выбрать один из нескольких режимов езды. Здесь адаптируется подвеска, адаптируется мотор, да, по-другому настройки, то есть тачка начинает резвее реагировать на педаль газа, и ускорение получается, соответственно, моментально. Вот, а если это будет полная комплектация и все опции при выборе автомобиля на заводе были там с поставленными галочками, то у вас еще усиливается звук, да, установленной колоночкой, там, по-моему, что-то с тормозами активируется, какие-то дополнительные кайфовые функции. В общем, по техническому оснащению в самых богатых комплектациях вопросов здесь не будет. Итак, сегодня мы посмотрели достойнейший аппарат от Volkswagen, один из красивейших, наверное, автомобилей этого концерна, да и, в принципе, на мой взгляд, чисто визуал, внешка европейцев, хотя из европейцев мне раньше нравились только Audi. Блин, по-моему, эта тачка топ. По материалам пушка, по техничке тоже вопросов нету, динамика вот такая, по стоимости 2 400 000 рублей обошелся этот красавчик во Владивостоке 2018 года выпуска. Если смотреть цены на вторичке, то от 2 800 000 рублей я нашел за нормальные варианты, да, сегодня на дроме. У дилера таких вариантов нету. И в Корее на левом руле с таким двигателем я тоже
не нашел. Поэтому, друзья, если хотите выгодно привезти вот такого красавца, то самый ближайший путь для вас – это Япония. Конечно, придется пожертвовать расположением руля. Если для вас важен руль слева, то Япония вам, конечно, не подойдет. Кого из конкурентов можно назвать вот этому красавцу? Ну, первый почему-то мне приходит в голову – это Камрюха. Камрюха очень схожа по стилю, да, внешне мне нравится намного меньше по салону, вообще очень сильно проигрывает Аккорду, который, на мой взгляд, достойнейший из японских седанов, да, Краун мы не берем, это все-таки класс немного повыше, да, здесь что-то вот возле Kia K5 или Камрюхи. Так что не забывайте, что в Японии, Корее, Китае и Арабских Эмиратах есть идеальный вариант для каждого. И, возможно, где-то там ездит ваша будущая малышка. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки и до новых встреч. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.